27-29 два случая обращения в городскую больницу. Госпитализированы были дети с симптомами острого кишечного заболевания и респираторно-вирусного из одной группы. На сегодняшний день бактериального подтверждения нет. У одного выставлена респираторно-вирусная инфекция, у второго острый гастрит плюс высев энтеробактера, это условно-патогенная флора. То есть вспышки или какого-то заболевания кишечного, кишечной группы не отмечается. То есть это обычное заболевание, которое переносится контактным обычным путем. Ну, когда вы узнали, что двое детей из одной группы попали, вы как-то потом будете отслеживать, что в этой группе дальше происходит? В любом случае, при даже однократном установке диагноза острое кишечное заболевание проводится обычное противоэпидемическое обследование контактных, всех, кто контактировал, как детей, так и сотрудников. Это обычная практика даже по одному заболеванию.